Министерство иностранных дел Азербайджана распространило заявление в связи с обстрелом позиций подразделений азербайджанской армии незаконными армянскими вооруженными формированиями на азербайджанской территории, где временно дислоцирован российский миротворческий контингент, в результате чего погиб военнослужащий вооруженных сил Азербайджана Анар Кязымов. Вся ответственность за инцидент, произошедший на территории Азербайджана, лежит на политическом и военном руководстве Армении, которое до сих пор не вывело свои незаконные вооруженные формирования с территории Азербайджана. Азербайджанская сторона неоднократно заявляла, что Армения не выполняет взятые на себя обязательства по трехстороннему заявлению от 10 ноября 2020 года. И незаконные армянские вооруженные формирования до сих пор не выведены с территории Азербайджана. Произошедший 3 августа кровавый инцидент еще раз свидетельствует о том, что Армения грубо нарушает трехсторонние заявления, а также подрывает усилия по нормализации отношений между двумя государствами. Это также свидетельствует о неуважении Армении к усилиям международных посредников. Мы и впредь будем принимать все необходимые меры для обеспечения безопасности территории Азербайджана и целостности его границ, говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Азербайджана. Отметим, что утром 3 августа члены незаконных армянских вооруженных формирований на азербайджанской территории, где временно дислоцирован российский миротворческий контингент, подвергли интенсивному обстрелу позиции азербайджанской армии на Лачинском направлении. В результате военнослужащий срочной действительной военной службы Кязымов Анар Рустамоглу получил пулевое ранение и стал шахидом.